солнце, море. То есть и отдыхать, и работать? Отдыхать и работать вместе. Ага. А сколько времени тогда работа? Может, в многих отелях люди работают... Я скажу, если скучно там, приезжайте к нам. Так, и здесь... Ну а сейчас я очень хотел пообщаться для вас с человеком очень важным. Это шеф анимации Хухамбей. Прошу любить и жаловать. Мэрова. Сейчас мы зададим ему несколько вопросов. Первый вопрос. Что у вас интересного происходит в отеле, в вашей сфере? Здесь самое интересное здесь для меня. Потому что я эту работу делаю, для меня это анимация, интересно. И здесь наше вечером шоу самое классное. Это класс А здесь. Тодес, например, есть, каждую неделю выступает. Еще мы сделаем для семья парти днем, пенная вечеринка. Еще четверг вечером есть для взрослых. Партии, ретро партии, Алькатрас партии, Фламинго партии днем, еще Ocean партии, еще днем анимация активити много, футбол, волейбол, дарт, водное поло, на пляже бочча, спортивные активити, йога, водная гимнастика, такое много активити у нас. Интересно для меня. Отдыхающим будет не скучно. Отдыхающие здесь не скучают. Честно, не скучно. Вечером, особенно после ресторана, здесь одна времени 4-5 большие организации. Каждый вечером. Хухамбей, такой вопрос. Какое любимое время года у вас? Какое бы вы посоветовали приезжать отдыхать вообще? В Турцию, в отель? В нашем отеле 7 месяцев открывает. Еще для меня всегда интересно. В каждом месяце для меня красиво. Я здесь живу, в отеле. Погода здесь всегда хорошо. Когда самое жаркое время, и здесь прохладно. Потому что в нашем отеле находится, который сверху, рядом горы, поэтому прохладно. Здесь прохладно. Прохладно здесь. Я могу сказать, можно здесь апрель до октября отдыхать. Любое время. Теперь вы тоже знаете. Про шефов анимации очень много слышал от людей, которые приезжают отдыхать. Шеф-анимация – это главные люди в сфере шоу-бизнеса. И поэтому следующий вопрос я хочу задать от многотысячной аудитории моих друзей, которые смотрят и спрашивают, как же устроиться работать, что же там происходит. Вот перед вами сейчас сидит непосредственно работодатель, который может ответить прямо на вопрос в лоб, что надо сделать, чтобы работать в отеле. Как устроиться к вам на работу? Да. Вот это важный вопрос, как мне кажется, который был бы интересен тебе узнать. Да-да-да, вот тебе. Что нужно? Команда. Да. Анимация, так, команда. Да. Каждый год я выберу сентиментально, аккуратно. Потому что команда для меня считается мой семья. Мы вместе живем здесь, в отеле. Прямо в отеле или у вас какая-то прилегающая территория? Там, ложманы. У нас ложманы есть, но в территории мы всегда. На территории. Днем, вечером мы всегда вместе. Поэтому я хочу рядом умные, красивые люди я ищу со мной будет работать. Для девочек критерий, например, это рост 1,70, 1,70. 65, если красивая. Рост важен, от 1,65 и выше. Да, и выглядит, должна быть красивая, одевает вечером красивая.
А зачем, чтобы они были красивы? Вот многие спрашивают, это для того, чтобы там потом приставать к отдыхающим и там зазывать их куда-то. Это может как-то связано, там, не знаю, там, с какими-то там секретными вещами или для чего красивые девушки? Мы аниматоры, например, я тоже одеваю. Mm-hmm. Я себя аккуратно всегда. Анимация считается, называется витрин. Mm-hmm. Витрин, как магазин. Выглядит красивая, угу. Потому что гости смотрят, угу. Нас, да, что нужно, что иностранный язык, хотя бы один, например, по-русски, или рядом второе английский, или по-немецки. Если два языка, для меня перфект, отлично. Если один, хорошо. Мы здесь будем учить, покажем здесь. Например, некоторые аниматоры здесь начинают одном язык, потом здесь они учат второе, третье. Вместе гостям всегда контакт, потом они учатся. Еще... А какие условия работы? Сколько нужно времени работать? Какие документы? Сколько зарплата? Зарплата между 400 до 450. Ну, долларов. Доллара. Еще и здесь, кто хочет работать в голову, не думает, первый план, да, не должно быть деньги. Кто хочет, например, видеть другую сторону, солнце, море. То есть и отдыхать, и работать. Отдыхать и работать вместе. Ага. А сколько времени тогда работа? Потому что в многих отелях люди работают с утра до вечера 7 дней в неделю. И не остается время там даже. У нас есть который день тяжело, который день ничего. Легко. Так бывает. Мы тоже работаем здесь долго. Но только надо не думать. Работа. И здесь люди думают сначала, я здесь живу, это мой дом, и делаю, что надо. Если так, смысл как голова, не устаются люди. Если люди думают, я работаю, сразу устаются. Mm-hmm. Поэтому я так скажу. 10 часов утра начинаем, до 12:30 работаем обед. Потом 3 часа перерыв до 3 часа после обеда. 3 часа после обеда начинаем до 70:30. Mm-hmm. Еще у нас перерыв. Вечером 20:30 или 21:09. Mm-hmm. Начинаем работу обед до 12. А выходные есть? Выходные один день. Один день. Неделю. Это. А что нужно, чтобы больше денег заработать? Потому что 450 долларов, ну, в принципе, там, это такая цена, и ни много, и ни мало. Ну, вот здесь, если, смотри, чтобы больше, потому что людям, может быть, больше хочется. Вот, что нужно, там, быть, там, знать 5 языков или иметь какую-то уникальную профессию? Я могу это понимать, если люди думают, я хочу деньги заработать. Угу. И здесь прекрасная атмосфера. Я могу дать за этого гарантии, если кто-то соревнует меня с другим отелем, наш отель первое место. Мы в отеле живем, рестораны кушаем 3 раза, это бесплатно. Mm-hmm. Деньги не тратим. И здесь деньги не нужны для людей. Потом я скажу, главу должно быть не деньги. Думать надо, новые друзья, познакомиться, другая атмосфера, другая сторона, отдыхает и работает вместе, так лучше. А какой-то карьерный рост, например, на следующий год приехать, и человек, наверное, больше получит. Я просто не знаю, как по карьере, может быть, то есть возможно на следующий год получить больше? Деньги? Да. Деньги бывают всегда так, 400 до 450, потому что молодые люди, мы то есть это берем такая, работу. Так. Да. Но если скучно дома, mm-hmm. для некоторых людей, давай, я скажу, если скучно там, приезжайте к нам. Так, и здесь
может быть, привыкать сначала трудно, только через месяц и здесь. Сейчас, например, люди с нами работают, они не хотят домой. Я клянусь это. Не закрывайте отель, дайте поработать. Они не хотят домой. Они со мной общаются. Следующие годы можно с тобой хочу работать. Я скажу, у нас 4 месяца перерыв, будем посмотреть, конечно. Люди сразу привыкают. У нас атмосфера здесь отлично, классная атмосфера. Поэтому и здесь я могу дать гарантии, чтобы люди будут happy. Это очень важно, да, хорошо. Да. А ваше любимое место здесь в отеле? Любимое место? Да. Например? Например, пляж или горки или. Ну, аквапарк мне больше нравится. Например, аниматор использует, когда выходной. Free аквапарк. Там много, как называется, горки. Да, горки много. Можно там плавать, кататься, так. Аквапарк мне больше не нравится. На пляже чистый, можно там, когда перерыв есть, когда выходной, анимация там загорает. Бассейн здесь, везде бассейн. Отель вообще красивый. Кто чаще всего отдыхает в вашем отеле? Люди из каких государств? Это страна? Да. Это меняется каждую неделю, каждый месяц. Я смотрю, например, скажу тебе, я сейчас из какой стороны гости. Турков мало сейчас, потому что школу здесь начинал. И здесь сегодня русских много. Russian Federation 350. Еще 350 отдыхающих, да, сейчас? Латвия. Из Латвии. Латвия. Да, сколько? 273. 270 человек. Литвания 500. 15. Да. Ага. Германия есть 120. 120 из Германии. Эстония 130. Эстония 130. Белоруссия. Белоруссия. Белораша. 100. 100. Белораша. Да. У нас разные 17 сторон бывает всегда. Но тоталь. Всего сколько? 2100. 2100? Да. 2100. Но еще все большое. Люди сегодня отдыхают с нами. И наши гости здесь всегда больше качества, чем другие отели. Интеллигент. Ну, что такой премиум класса, я понимаю. Они здесь спокойно отдыхают, кушают. Пьет не очень много, пьет сменный отель здесь, дети всегда рядом, релакс, релакс. Хамби, мы сегодня говорили про работу, если кто-то из моих зрителей захочет попробовать себя здесь в качестве там аниматора, я могу сказать, чтобы мне написали, я вам передам тогда резюме, да? Так что пишите, я передам ваше резюме Хамбию, а там дальше уже будем, как говорится, посмотреть, вот, чем сможем, поможем. Ну, а в остальном? У нас две отели. Один здесь, в Текрово, другой в Белике. Гюрал, два Гюрала есть. Туда тоже нужны работники, да? Туда тоже надо работники. Я тоже, мне тоже нравится, когда я вижу каждый год новое лицо, новые энергии. А кто сейчас нужен? Девушки или мужчины? Какого возрастной ценз, категория какая? H. 20 до 28. От 20 до 28? Да, 8. Люди. Можно резюме отправлять меня. И мужчины, и женщины, да? Мужчина и женщина. От 20 до 28 прислать резюме? Больше женщина. Больше женщин. Если правильно говорить, больше женщина. Нам нужен больше, чем 30. Больше 30? 30 женщина. Для какие работы должны быть навыки? Это ж 30. Ничего себе, это много лет. Детский клуб. А, детский клуб. Детский клуб есть. Днем анимация есть. Там тоже такое.
одно и то же. Поэтому для девара тем, если думаю, больше чем 30 женщина будет отлично, если некоторые люди думают с нами работать. Пожалуйста. Хамби, спасибо большое, что уделили время. Очень приятно. Спасибо большое за это интервью. Мы здесь всегда ждем люди сюда. Давайте посмотрим, как живут те, кто здесь будет работать. Итак, дамы и господа, лажман. Светло, просторно. Две кровати, большие шкафы, кресла, стол с двумя стульями, телевизор достаточно большой, вид не на море, но зелено красиво, много места для своих вещей. Я так понимаю, что тут даже есть сейф, чтобы они здесь складывали свои миллионы. Халат, ну здесь все как в обычных отелях, только для работников. Нормально, вот даже забронированные тапки. Есть телефон, тумбочки. Ну что, я думаю, так можно жить и работать.